Российское предприятие по производству мраморной говядины ведет строительство крупного агрокомплекса в Воронежской области. Для возведения кровли будущего строения была заказана продукция Нижнетагильского металлургического комбината. Более 1000 тонн 13-метровых широкополочных балок уже отправлено к месту строительства. Еще столько же будет отгружено до конца лета. Специалисты НТМК добавляют, эти сверхпрочные балки уже зарекомендовали себя в жилом и промышленном строительстве. Теперь они эффективно используются и в сельскохозяйственном секторе.